Входит и доедает Хампус. Это победа команды NIP. Очень важная победа для морали команды NIP. Не самая, конечно, конкурентная была здесь борьба с точки зрения того, что дальше соперники будут сложнее, будет еще труднее играть, но это была заруба. И очень симпатичная игра от команды Flames. Спасибо им за эти эмоции, за этот замечательный Counter-Strike. Но команда NIP двигается дальше и уже в следующем туре, уже в стадии плей-офф, будет играть против G2. Ой, эмоции. И NIP, и команда Copenhagen Flames. Это была замечательная драка. И хочется сказать спасибо команде Copenhagen Flames. Они были хороши на этом турнире. Они были очень близки к тому, чтобы попасть еще...